Привет, друзья! Смотрите, Асенька пришла меня уже будить. Пьет водичку из кружечки, как. Ой, как вкусно тебе было, да? Ай! Ах ты моя красотушка! Друзья, что у меня сегодня будет за вкуснятина на завтрак? Наконец-то созрела моя авокадо. Посмотрите, какое хорошенькое. Лучка синенького, чуть-чуть меленькая. И помидорку достала из морозилки. Сейчас ее попытаюсь меленько покрошить. Шкурочку я уже с него сняла. А на сковороде у меня уже подсушивается хлебушек. Видите? И у меня будет сегодня такая вкуснота. Такая вкуснота. Посмотрите, какие шикарные бутерброды у меня получились. Просто чудо. Здесь авокадо. Своя домашняя помидорка, лучок. И сверху я положила тунец консервированный из банки. Ну, красной рыбы у меня нет. Поэтому положила такую рыбку. Думаю, тоже будет очень вкусно. Достала себе уже витаминку, чтобы выпить ее после еды с небольшим количеством воды. И буду наслаждаться завтраком. Кто завтракает вместе со мной, тому тоже приятного аппетита. Друзья, сразу резко теплица. Теплицы почти 30, под пленкой 25, я посмотрела. Все, все живы, все чувствуют себя хорошо. В плане том, что клубничка, посмотрите. Вон цветочек. Может, не отмерз, а может, он отмерз, когда были морозы. Какая-то сердцевина подозрительная. Да, черненькая. Наверное, это он еще, может, с осени завязался, а я не заметила. Смотрите, сельдерей под бутылкой. Тоже молоденький, видите, сидит как солдатик. Все, красота. Ой, жарко тут, жарко, быстрее на улицу. А что я уже вытерлась на улицу в такую рань? Это ж только я могу такое учудить. Вчера замочила горох. Аська любит суп гороховый. Саша вроде собирается приехать, тоже любит суп гороховый. Я люблю, думаю, сварю суп гороховый. Вспоминаю, что у меня нет картошки. Когда уже все, горох варится, все варится. Голова дурная. Пошла в итоге к соседке. Она мне дала вон целая маленькая ведерко. Так что вот такая вот я бестолковая баба. Иду домой доваривать гороховый суп. На улице вообще кайф. Утром было минус 5, а сейчас, друзья, на солнце. Ветра нет. Прямо садись и загорай. Как хорошо. Прелесть просто. Друзья, погода бомбическая. На улице теплым-теплющая. После утреннего заморозочка. А у меня тут сегодня супер готовка. Тут варится гороховый супчик. Тут у меня уже тушатся овощи. Грибочки уже поджарены. Картошечка на суп почищена. Капусточка, чтобы тушить с овощами, тоже уже готова. Так что быстро-быстро тороплюсь, чтобы все приготовить. Потому что если приедет Саша, нужно же чем-то кормить. Порадовать ребенка вкусняшками. И быстренько потом иду на уличку. Ты супчик будешь? Смотрите, смотрите на это чудо, смотрите на это чудо. Бежит за своей порцией горохового супчика. Вот моя ж ты умница, моя ж ты зайка. Посмотрите, как она его обожает. Моя малышка любимая, ты моя косочка. Посмотри, ты любишь, как вся наша семья любит гороховый суп, поэтому ты вся в нас. Ой, кушай, моя ты рыбочка моя. И я сейчас покушаю горохового супчика вкусненького. И вышла наконец-то на улицу. С готовкой покончено. Пора заняться делами. Какими-нибудь важными. И что я тут увидела, посмотрите. Уже пчелка вовсю в подснежниках работает. Медок собирает. О, какая трудяжка. Ой, какая трудяжечка. Вон, не видно, смотрите, залезла прямо вовнутрь. И работает, и работает. Ой, красотка. Ой, красотка, какие мои кустики красивые, правда? Просто чудо. Теплице 35. Наверное, форточку надо открыть. Ну, конечно, все оживилось в такую погодку. Просто реально. Как-то так позеленело все, позеленело. Чудо, лучок не лезет мой. Наверное, я водой его залила. Притоптала, а он один показался один красавчик.
Может, пролезет. Я, наверное, злейки полила. И он тут притоптался немножко. Но сейчас одену перчатки. Немножко пошевелю возьму. Ой, как тут жарко. Ой, как тут жарко. Тут же невозможно вообще находиться. Ужас. Так, принесла свои рабочие инструменты. Решила попробовать песок посеять. Вроде он тут немножко подсох. Потому что надо же заканчивать за теплицей там. А хотела сначала за домом там немножко траву поубирать. Но немного земля еще подмороженная такая. Вот здесь более такая сейчас на солнышке прогретая. Так что попробую немножко песка посею. А потом, может, здесь пошевелю немножко. Видите, хинацею мою он где выперла, где что, где вымерла, наверное. Я даже не знаю, что с ней. Мороз такого не было. Жалко будет, если пропала. Я это доделала. Сама даже не верю. Песок сыроватый, сеется тяжело, но сделала. Кирпичики подровняла. Вот такая красота у меня тут получилась. Я считаю, что это очень правильно. Никто туда не пролезет, не залезет. И гораздо теплее будет теплица. Так, какие у меня планы дальше? Но это, конечно, не на сегодня. Уже все холодает. Солнышко садится. Вот здесь, вот видите, тоже всякой гадость залазит. Поликарбонат. Значит, здесь я откопаю немножко. Откопаю. И есть поликарбоната, куски остались. И прикопаю его сюда, вот так впритык, а снизу заклею скотчем. Ну, чтобы не было тут щели, ни у кого не было желания лазить, потому что здесь же так ни песком не засыпешь, потому что дверь открывается. А с этой стороны вот так вот на поворот тоже поставлю кирпичики и засыплю. И точно так же и с той стороны. Сейчас вот эти цветочки вырву. Ну, сегодня уже цветочки вырву сегодня, а заделывать уже буду завтра. Или когда у меня там время будет. И с этой стороны точно так же сделаю. Здесь, где двери открываться. А там, где не открываться, кирпичики и тоже песочек. И будет красота у меня. Сейчас мокрицу эту вырву. И цветочки. И все. На сегодня хватит. Надо еще идти эти самые котлетки рубленые пожарить. Я уже там фарш замесила. Он у меня стоит, настаивается в холодильнике. И сейчас пойду быстренько нажарю котлеток. Там, глядишь, и Саша приедет. Ой, какие тут у меня просторы, просторы. Да, сегодня день был хороший. Думаю, что и завтра будет очень хороший, потому что эти мошки толкутся, мошки. Мошки толкутся. Первый признак, что завтра будет тепло. Вроде бы сегодня последняя морозная ночь. И дальше уже ночи плюс. Ну, такие маленькие плюс. Плюс один, плюс два. Ну, на нашем болоте, может, и будет еще минус один. Ноль, но не минус пять, как сегодня было. И вот сегодняшней ночью, по-моему, тоже написано минус пять. И вроде уже все. Ну, будем надеяться, что все. А там же ж непонятно, может, еще приплыть. Откуда не ждали, что называется. Все, друзья, на сегодня все. Всем желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!